президент клуба «Белый ворон», директор государственного унитарного предприятия «Институт нефтепереработки», доктор технических наук, профессор, почетный нефтехимик, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан Теляшев Ильшат Гумерович. Так, ну после такого объявления надо наливать и выпивать сразу, так ведь? Значит, я понимаю, что вчера это уже и делали. Но я с большим удовольствием вот этот вот замечательный диплом вручаю Надежде, как лауреату в номинации «Исполнитель». И вот эти вот замечательную медалечку и значок то же самое. Ну, я сегодня петь не буду, но хочу сказать вместо песни пару слов. Вообще говоря, очень жаль, что не все, кто хотел, смог прийти сегодня на этот гала-концерт, потому что в 12 часов воскресенья вставать после фестивального субботнего вечера — это к области относится мазохизма или садизма, не знаю, или то, или другое. Но те, кто смог прийти, молодцы, честь вам и хвала, силы воли в кулак и собрались здесь. Фестиваль, как я понял, состоялся, все было замечательно. Очень хорошо, что коллеги мои из нашего клуба решили его поддержать. Теперь наш клуб поддерживает фестиваль «Капель», фестиваль «Агидели», «Малиновый аккорд». Я думаю, что эти фестивали, как самые главные в нашей республике, будут звучать все сильнее и мощнее. Еще я хотел сказать, что этот гала-концерт транслируется в интернете, как и все наши мероприятия. И нас смотрит довольно много человек в разных концах нашей страны, и не только здесь, но и в Израиле, в Германии, в Штатах. Запись этого гала-концерта тоже будет выложена на нашем сайте. Кто захочет, сможет его посмотреть с большим удовольствием. Еще один маленький момент. Вот на грамотах и дипломах, вы посмотрите, обратите внимание, значит, они оформлены фотографиями известного уфимского фотохудожника Анатолия Воинова. И, так сказать, согласие его супруги. И дальше она разрешила их использовать для вот наших республиканских фестивалей. Всем огромное спасибо, а лауреатам и победителям, и особенно гостям, двойное и тройное спасибо. Приезжайте к нам, приходите, мы вас ждем на Агидели.